Так, итак, друзья, вы вот спрашивали, почему мы делаем только глянцевый мрамор. Это просто определенный уровень мастерства требуется для этого. Ну вот, пожалуйста, мрамор в технике срез камня. Можно делать в матовом исполнении, можно делать, вот, смотрите, в полуматовом. Отражения нет, приятный, тактильно. Отражение есть здесь 10%. Легкое-легкое, ну, чтобы был эффект натурального камня. Так что, смотрите, это не плиту я вам показываю, это реально техника реализованная, вон еще все в процессе. Если видите, это все МДФ. На МДФ выполнена декоративная штукатурка в технике срез камня. Тестируем, комбинируем различные вариации нанесения. Как видите, можно повторить в этой технике абсолютно любой рисунок мрамора, любой сложности. Практически с любыми эффектами, и выглядит это достаточно натурально. Так что смотрите, берите на вооружение, пользуйтесь. Захотите научиться, добро пожаловать. Мы с удовольствием передадим вам эти знания. Мы технику постоянно совершенствуем. Вариаций ее развития очень много. А вот человечек наш, с которым мы все это вместе в четыре руки реализуем, да, так что для тех, кто спрашивал, мы сейчас сделаем, конечно, из этого всего зеркало, но мы остановились... Матовая венецианка намного похожа на натурального мрамора. Да, нет эффекта пластика и зеркала. И работы намного меньше. Да, да, и, кстати, чуть проще, потому что, чтобы добиться зеркала, требуются еще определенные шаги, а, например, тем, кому нужно получить мрамор, соответственно, этот мрамор будет чуть-чуть дешевле, например, обходиться заказчику, чем глянцевый, так как мы просто затрачиваем на него чуть-чуть меньше усилий. Поэтому, ну, вот как это выглядит и как это работает, специально остановились на этом шаге, чтобы показать вам, что техника универсальная, и можно регулировать зеркало в любой процентовке, получать матовое, полуматовое, разной зеркальности. Можно стоять и смотреть часами. Да, и причем, как видите, вот давайте я вам покажу, этот камень выглядит настолько натурально, это не рисованная картинка, можно создавать рисунки абсолютно любые, и выглядит это будет как абсолютно настоящий камень. Очень высокого качества картинка получается. И самое главное, такого техники пока в мире только у Султанова.